страдать за это. Ладно, я отнесу штуку к себе в мастерскую и изучу ее получше. Не спускайте глаз с этой фигни. Сейчас он выглядит безобидным, но из него вырастет нечто опасное. Типа группы Insane Clown Posse. Да, отличная шутка, Джерри. Всем привет, с вами Юрин, и сегодня мы с вами говорим о фразе... Хотя мы, конечно, большую часть времени потратим на само слово LED. Глагол LED неправильный. Его три формы одинаковые. LED, LED, LED. Он также является разрешительным глаголом, поэтому после него не ставится предлог to. Let my people go. Каждый раз, когда он используется, он включает в себя значение, которое в русском соответствует словам допустить, разрешить, позволить, дать добро, можно, пусть и тому подобное. Условно можно его разделить на три категории. Первое. Допустить путем бездействия. Второе. Позволить в значении дать разрешение. Третье. Позволить в значении дать возможность переместиться. Тут нужно заметить, что в данном случае перевод будет зависеть от предлога, с которым он будет использоваться. Let me in! It's all right, let him through. Именно третий тип относится к фразе Do not let that thing out of your sight. Let в сочетании с предлогом out значит выпустить. Sight – это зрение или поле зрения. Соответственно, дословно фраза будет переводиться «не выпускать из своего поля зрения». Литературно – «не спускать глаз». На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся!